Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня я получила вот такую небольшую посылочку из китайского магазина Ньючик. Заказывала я себе 3 недели назад кошелек, и вот он пришел наконец-то. Мне всегда из этого магазина довольно быстро приходят посылки. Цвет кошелька очень нежный, темно-розовый и благородный. На первый взгляд смотрится стильно и дорого. На лицевой стороне кошелька имеется логотип производителя и карманчик с металлической змейкой. Змейка обстрочена идеально ровным швом и ездит очень легко. Внутри карманчика нейлоновая подкладка темного цвета. И вообще кошелек пошит очень качественно. Все строчки ровные. Кошелек состоит из двух частей. Одна часть закрывается на магнитной заклепке. Это визитница. И здесь с обеих сторон имеются карманчики. Сюда можно положить или деньги, или какие-либо документы. Всего визитница имеет 10 карманчиков маленьких для визиток и 2 карманчика снизу, которые просвещаются. В них, например, можно положить пропуск или фотографию, которую вы хотите иметь всегда с собой. Второй отдел кошелька закрывается на змейке. К этому кошельку еще идет и ручка. Здесь имеется 3 отдела, 2 отдела для бумажных купюр и 1 отдел на змейке для мелочи. Мелочь в таком отделе не мешает, во-первых, во-вторых, надежно закрывается и не потеряется. Удобно рассчитываться, когда купюры и мелочь рядом в одном отделе. Для удобства расчета в магазине в один отдел для купюр можно положить крупные купюры, а в другой – мелкие. В этот кошелек, в этот отдел даже поместится телефон 6 дюймов. Если кому понадобится, то в один отдел можно положить телефон, а в другой отдел – бумажные купюры. И при этом кошелек легко закрывается и не выглядит раздутый и не выглядит толстый. Так что вполне можно, кому необходимо, в этот кошелек положить и телефон. По центру в верхней части кошелька имеется отверстие для ручки. Ручка крепится очень легко, затягиваем обыкновенной петелькой. И вот такой стильный получился кошелек. Кстати, змейку на этом кошельке очень удобно открывать и закрывать, потому что с этой стороны, с торцевой, она не доходит до конца кошелька. Поэтому она так легко двигается и так легко ее открывать и закрывать. На этой стороне нет неудобного перегиба змейки. Изготовлен этот кошелек из качественного, прочного материала полиуретана. Он совершенно без запаха, приятный на ощупь и морозостойкий. Так что этим кошельком можно пользоваться при любом морозе, и он не потрескается. В магазине Ньючик эти кошельки имеются разного цвета – розовые, зеленые, черные, серые и даже темно-синие. Так что выбор огромный. Стоит он $19. Кошелек – это всегда отличный подарок, и их много не бывает. Ссылка на кошелек и на магазин Ньючик будет внизу под видео.